оказалось, что боковая камера не пишет.
что, нормально так? Нормально. Пойдет, Вон еще камера. Нет, мне на это перед это надо будет ставить. На эту, да. Подождите, а как вот можно увидеть этот, как оно будет? Ну, чтобы рыба была видна туда-сюда, понимаете, чтобы людям как-то чтобы было видно. А ну-ка. Нет, видите, моя как бы вот рыба красивая. Давайте вы проедете, чуть надо рыбу увидеть людям. Понимаете? Надо рыбу, не рыбу, а рыбу. А, ну, вот так. Чуть-чуть проедьте. Ну, чтобы, да, или один этот, метр. Потом координаты определяют место. Нет, ну чуть-чуть метр, чтобы рыбу. Красиво. Самую рыбу, да, самое фундаментальное. Видите, рыба, она светится ночью у меня. А. Люди заезжают тут как бы. Еще. И давайте, чтобы рэ было видно хорошо. Вот, еще. Опа. Ну, я думаю, так, если повернем, да? Нормально. Уже, как бы вы поверните, можете камеру вот так повернуть, повернуть отсюда, да, немножечко? Отсюда, так. А ну-ка, давайте, вот так, как я, ракурс. Так, где нужно встать вам, чтобы попасть? А вот сколько потом... Только громко говорите. А? Очень громко. Да? Так. Так, уважаемые дамы и господа, у вас есть такая возможность. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Все те люди, которые проезжают по территории Ростовской области, у вас есть такая уникальная возможность, проезжая по территории Полтавского района, находящийся на юго-востоке нашей области, посетить вот такой магазин на вашем пути, где находятся качественные товары местного происхождения, местного производителя. Это значит рыба в основном донских водоемов, есть также еще некоторые позиции наших водоемов, вот, но тем не менее местного характера. Вот, качественные колбасы. Представлены 4 цехов маленьких, которые люди работают на качественном мясе местного происхождения, выращено на территории наших районов. Вот, экологически чистые направления продукции очень высокого качества. А режим работы? Режим работы с 8 до 10 часов. Вот, также как бы все сопутствующие продукты питания, которые необходимы людям. А вот на дороге также присутствует в магазине. Есть кофе аппарат хорошего качества, тоже можно подбориться кофейком. Так что милости просим, заезжайте в наш магазин, будем рады вас видеть.